Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем игру Зомби-войну. Ну что же, давайте. Ага, тут у нас, смотрю, набор сват. Не хочу. Ежедневные награды, естественно, мы их забираем. Великолепно. Ну а теперь выберем миссию. У нас тут остались одни невыполнимые, так скажем. 472 золотых. Буквально немножко не хватает у меня для покупки нового юнита. Ну давайте, наверное, начнем. Нет, не с этой. Давайте вот эту возьмем. Попробуем, по крайней мере, что у нас из этого выйдет. Ну я вам скажу, что все они остались довольно сложными, миссии эти. Поехали тогда. У нас начинается с гробовщика. Ну или с деревенщины, как вам удобнее. Я его называю гробовщиком. О, уже другое дело. Начинаем. О, не-не-не-не, только не бегуны. Ребят, только не бегуны. Блин, да что ж вы тупите-то, а? Хе-хе, походу дела все, ребята. Поиграл, называется. Сейчас они быстренько автобус разбомбят. Эх ты, шериф. А нет, смотрите-ка, выстояли. Но меня это никак не спасает. Оу, этот воскрес рядом. Ёлки-палки, блин. Да, неудачно начали мы с вами. Давайте возвращаться на карту и выбирать. Не знаю даже что. Я хотел бы, конечно, здесь везде заработать 3 звезды на всех картах. Может быть, начнем с байкеров, а? 32-я миссия у нас. Попробуем. Так, это чтобы... Во, пошел строитель. Воу-воу-воу, уже выбегают. Довольно быстро бегут. Ну что ж, строитель, давай бомби тогда их тут. Давайте я еще гробовщика вызову. Так, ну что, довольно неплохо пока идем. А там у нас чувак с обрезом вышел. Ёлки-палки. Так, пожарника отправляем в путь. Давай, 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 родной. Отлично. Бьем, бьем баррикаду. Да какой же этот гад. А смотри, два уже чувака с дробовиком. Нет, походу дела, мы не успеем. Блин. Зашибись, главное у них, когда чувак с каской, да, он не пробиваем против моих пуль. А мой строитель дохнет, как не знаю кто. Как обычный юнит. Ну что, давай стоит там с обрезом. Шмаляй. Отлично. Ну-ну-ну-ну. Да какой же ты все-таки ватный. Не, ребят, тут смотрите, какая толпа понавыбегала. Думаю, что здесь мы опять проиграли. Смотрите, два чувака с обрезами. Три даже их там. Еще четвертый вышел. Нет, тут, ребят, без шансов. Они просто мне не дадут подойти. Да, это было предсказуемо. Ой, давайте-ка еще разочек попробуем немножко по-другому. Так. Мана, точнее храбрость. Начнем со строителя, как обычно. Он у нас такой более-менее крепкий. По крайней мере, против вот этих бандосов он более-менее стоит. Пожарник. Так, на прикрытии у нас будет фермер. Мне, правда, ребята в комментариях подсказывают, что гробовщика нежелательно брать. Во-первых, он очень быстро подыхает. Во-вторых, он воскрешается. Но в данный момент просто нету выбора. Смотри, вот этот чувак с дробовиком. Блин, байкер. Во-первых, стоит далеко, мне до него не добраться. О, фермер, фермер. Ну, хотя... Давайте еще одну активируем. Сейчас вроде более-менее. Да стой ты, елки... Нет, не получится. Опять понавыбегали эти сосунки. Пожарник, ну давай хоть ты немножко-то... Развесели меня, блин. Падает вообще вата-ватой.
Этот один чувачок с дробовиком, байкер, он просто всех тут сносит. И пофиг ему на все. А их уже двое здесь. Сейчас и строителя моего шибанут. Ай-яй-яй-яй, на, подлечись. Да. Не спасает ситуацию это. Давайте еще одного. Ну-ну-ну, давай ты бомбани ты хорошенько. Отлично, умница. Есть, есть небольшой шанс. Но небольшой, опять же, повторюсь, ребят. Все, нет уже никаких шансов у нас. Они подошли практически вплотную к автобусу. Сейчас начнут зомбари вставать. А, я аптечку не вовремя взял, блин, ее не отменить. Вот это вот плохо, что если я взял аптечку, ее нельзя отменить. Так, ладно, давай, бомби, шериф, ну что ты тупишь-то? О, все, автобус начали кромсать. Нет, 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 ребят, никаких шансов. Блин, да еще и волна скоро. Ну, мы до нее не дожили. Ладно, давайте на карту вернемся. У нас что-нибудь, может, какие-нибудь бонусы есть? Ага, я смотрю, у нас есть, ребята. Так, видео для бензина, но нам это не нужно. А вот это, наверное, пригодится. Ну что, ребята, я забрал денежки. У меня 717 золотых. И я могу себе приобрести юнита какого-нибудь. Что он у нас делает, а? Сварочный комплект из гаража нашел применение и во время апокалипсиса. Атакует только базу противника. Защита от огня и от инфекции. Но он только базу. Угу. Бочка. Заправленный взрывной смесью бочки поджигает все в небольшом радиусе. Поджигает противника. Ясно. А это что у нас? Нитроген. Защита от огня. Бак с азотом заморозит всех вражеских и дружественных юнитов в пределах его действия после того, как упадет на землю. Используйте с умом. Ну, в принципе, такая неплохая. А это что у нас? Рипер. А, пипер. Отталкивает противника. Отталкивает противника. Блин. Ой, я даже не знаю, что взять. Это 600 золотых стоит. Атакует только базу. Ну, посмотрите, у нее здоровье всего 8. Это вообще вата. На один удар. Коктейль Молотова 800. Самый эффективный способ борьбы с толпами врагов. Но готовится не очень быстро. Ну, я даже не знаю. Может быть, все-таки взять вот эту. Отталкивает врагов. Ну, это лучше, наверное, чем этот. Гробовщик мой. Или бочку взять. Поджигать врагов. Стоят все юниты очень дорого. Неохота просто так деньги спустить на ненужное барахло. Ай, ладно, наверное, с вами мы приобретем все-таки... Ух, 1500 он стоит. Елки-палки, с автоматическим оружием. Полицейский. Неплох, неплох, но... 1700 это слишком дорого. Только в паке доступен. Значит, это донатский чувак, солдат. Да, его нам так просто... Давайте пипера купим тогда. Я не понимаю, почему он отталкивает. Вроде у него в руках там пистолетик. Если я, конечно, не ошибаюсь. Так, давайте порох. Теперь нужно определиться, вместо кого мы ее поставим. Вместо фермера или вместо пожарника? Слушайте, давайте вместо чопера поставим, а? Он у нас все равно медленный. Еле бегает. Очень быстро выдыхается. В общем, так, наверное, и оставим. Посмотрим, что она вообще из себя представляет, эта девица. Как она там отталкивает врагов. Так, и бочку поставим. Потому что от медпакета я вообще не заметил никакого толка. Так, выбираем другой уровень и начнем потихоньку смотреть. Так, миссия 13, невозможно, блин. Ну, она у нас пройдена. Испытание 2. Ну, я думаю, там просто жесть будет. Здесь больше нечего делать, ребят. Здесь у меня все пройдено на все звезды. Так что можно будет только если... 228, я могу еще прокачать автобус. Так, это будет прочность 140 и урон... 19.
Так, давайте возьмем другую, наверное, карту. Здесь дофига чего не пройдено. Давайте попробуем вот эту 18-ю миссию. Так, 35, значит, стоит у нас пипер храбрости. Начнем, как обычно, с гробовщика. Так, отлично. Оу, нет, только не это. Блин, эти псарни, елки-палки. Ну, тут уже заведомо мы навряд ли пройдем, ребята. Ну, беги, я тебе готов бочкой шандарахнуть. Че, неужели пройдем, а? Да, прошли, ребята, но, опять же, не с тремя звездами. Ладно, 6 золотых, 5 опыта. Если бы было бы какая-нибудь, я не знаю, штука-дрюка, которая бы очень быстро строилась и делала преграду для собак, или хотя бы их убивала полностью, было бы намного проще. Так, я не знаю, стоит ли мне сейчас гробовщика или подождать маленько. Тут, по-моему, бегуны, да? Так, строитель у меня уже готов. И пожарник. Оу-оу-оу-оу, псарни. Псарни у нас здесь, ребята. И слишком до хрена. А, черт подери. Но выстояли. Блин, фермер сгорел. Ё-моё. Этот пожарник натворил делов. Блин. Он как-то странно. То иногда погибает просто, то именно взрывается. Черт подери, блин. Слишком большая толпа. И опять псы. На. Черт, я промазал хотел. О! Довольно неплохо. Давайте смотреть, что это за пипер. Здорово отталкивает. Она не отталкивает, ребята. Она стреляет. Блин, ну и перевод там, я вам скажу, а. Она стреляет, у нее ствол. Это уже совсем другое дело. Блин, ну. И причем довольно неплохо бомбит. Блин, надо было раньше ее взять, а. Но я-то думал, что она отталкивает врагов. Ну, просто толкает их и все. А она вон. Шмаляет, будь здоров. Так, ладно. Давай-ка мы теперь фермера. Оу-оу-оу-оу, собаки бегут. Да бомбит ее, молодец. Так, смотрите, вроде бы немножко как продвигаемся, ребят. Так. Шикарно пока идем. Может быть даже и пройдем. Хо-хоу. И бочка сработала как надо. Сделала преграду им. Все, мой гробовщик уже начинает бомбить. О, второй подбежал. Давай, 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 эту баррикаду сносим нафиг. А, два копа там впереди. Если они сейчас отвлекутся на них, то вряд ли пройдем. Хоу. Ну, да добейте вы, блин, в конце концов эту баррикаду. Есть, есть, еще и получили какой-то бонус. Да, не с тремя, конечно, звездами, но тем не менее, ребята, прошли. Хоть какой-то прогресс, елки-палки. Угу, отлично. Давайте, наверное, я не знаю. Так, плюс 2, да, он получает. Итого. Итого у него получается сколько? 29 к урону, 61 к здоровью. Так, а тебе, родная, ничего нельзя поставить. У меня больше ничего нету. Обидно, конечно. Так, может быть, тебя вместо кого? Давай-ка вот так вот сделаем. Ну что же, давайте приступим дальше проходить. 24-я миссия у нас. Так, куча этих уродцев. Давайте я активирую бонус один, чтобы он не боялся. Вот так вот. Так, бочонок у меня уже готов, если что. Ой, блин, псы здесь. По-моему, они тут везде уже, а? В каждой миссии. Да, фермер, давай строчи, что ты думаешь там стоишь? О, нормально. На-ка бочку. Так, да сколько вас, блин, без конца бегут, а? Давайте быстренько с этими копами разберемся. И надо уже баррикаду бомбить. Давай, 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 давай. Отлично. Ах ты. Фермер, ну что ты тупишь, стоишь?
Оу, ребята, да ну нафиг. Или прошли? Прошли. С одной звездой, но прошли. Отлично. Потихоньку-потихоньку продвигаемся. Итого у нас всего 30 золотых монет. И 9 бензина. Невозможно. А здесь сложно. 29-е. Ну что ж, давайте посмотрим. Ага, начинается у нас с толстяка. Надо вызвать фермера, чтобы он в него пальнул. Как раз в тот момент, когда эти зомби будут рядом с ним. А, как долго не получается. Ну давай, давай, толстяка бомби. О, нормуль. Довольно неплохой урон. Я надеюсь, Пипер справится со своим делом. Я ей немножко помогу. Так, вроде бы неплохо идем. Блин, надо попасть по жирным, чтобы они взорвались. Может, бочкой? Оу, то, что надо, ребята. Как раз великолепно все сработало. Шмальнуло-то, конечно, хорошо, но мой гробовщик там погиб. Давай, кто там? Ага, строители. Строительные зомби бегут. Кстати, у них, да, ребята, у них защита против огнестрела. Так что не получится все легко и просто. Давайте из пулемета тогда. О, как мало ты нанес урона. Ну правильно, если они против огнестрела, то пулеметчик, естественно, здесь ничего бы не сделал толкового. Да что, специально что ли все, а? Такие кучи этих зомбарей, и именно с касками. О, а это еще откуда взялось, чувырло? Да, походу здесь то же самое. На глушняк все, ребята. Фига она крепкая. Кто она вообще такая? Это, видимо, вместо моей Пипер появилась. Ну, Чоппер, давай, не подведи. Стоит, думает 3 часа, блин. Какой же ты медлительный, да, я не спорю. Ты мощный, все, как полагается. Но медленный, взрываем жирных. Бочку на них скидываем сейчас. Давай поближе, поближе, подходите к своим. О! Вот так вот. Давай, Пипер, выходи. Будешь прикрывать. Так, еще одна бочка у меня есть. Сейчас я, наверное, вот так вот. Хотя надо было на... Во-во-во-во-во-во-во-во. То, что надо, ребята. Все, волна сейчас побежит, блин. О, нет, нет, нет. Ну вы посмотрите, это просто нереально. Какие тут толпучки бегут. Ну как тут с ними справишься? Причем в касках. Давай, жирный, подходи. Сейчас тебя бочку сброшу. Так-то, в принципе, все нормально. Все легко и просто. 14 секунд осталось. Ну! Не хватит времени. Тьфу ты! Жаль, конечно, 3 секунды, 2, 1, все, ребята, волна побежала. И тут нас никто уже не спасет. Просто рвут, рвут. Ну, естественно, автобус наш уезжает отсюда, и мы проигрываем. Да, ребята, очень и очень сложные пошли уровни. Тут что можно делать? Только лишь кого-то покупать. Так, наносит... А, быстрый и опасный зомби наносит урон без перерывов. Да я уже заметил, какая она бегунья. Давайте еще разок попробуем эту миссию пройти. Мы же вроде бы как ее прошли. Не хватило там буквально немножко. Если не ошибаюсь, здесь у нас собаки. Так, гробовщик у меня выбежал. Нахлобучивает. Отлично. Точно, псы. Ну, бей. Отлично. Ай, блин, вот эти вот орды этих собак. Одну все-таки я бочку успел прибить. Давай, давай, гробовщик, ну. Слушай, вот эта Пипер вроде бы неплохо, но у нее урон не такой, конечно, сильный, как я хотел бы. Слабоват.
Хоть она и стреляет без перерыва почти. Ну! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Есть, ребята! Ёлки-палки! С тремя звездами, да? Да? Ха-ха! Вот это другой разговор, блин. Вот так вот надо все миссии проходить. Так, у нас тут что осталось? О, дофига чего еще есть. Что можно проходить? Что, попробуем 17-ю? Если 18-ю прошли. И тут, по-моему, тоже псы. Давайте сделаем так, чтобы как-то ускориться немножко. Давай, давай мне ящики со храбростью. Хорош уже тупить. Не хочет, а во, есть. Так, хочу строителя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, бегуны выбежали, ё-моё. Блин, строитель, давай, не пропускай их. Нет, все равно они повредили мне автобус. Уже не получится нам пройти с тремя звездами. Жаль, конечно, не хватило буквально немножко, ребят. Так, еще 4 горючки у нас осталось. Это буквально 2 боя. Какой бы выбрать, я даже не знаю. Может, вот этот попробовать, а? 90 звезд нужно, да? Ай-яй-яй-яй. Так. Эту мы уже пробовали, это бесполезно. Может быть, попробовать вот эту вот? Невозможно. За него бонусы все-таки дают. Оу! Оу! Ха-ха-ха! Попытка, как говорится, не пытка. По крайней мере, я буду знать, что тут ожидать. Давай, 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 бомби их. Ай, много не повоевал. Конечно, лучше бы... О, бочка есть. Нормуль. Давай, Пипер, выходи. Стреляй. Да ну, хорош, вы издеваетесь, что ли? Прям так сразу бегунов на меня отправляете. Нет, конечно, ребят, тут бесполезняк. Просто разорвали. И еще там два этих стоит. Шокера. Ну что, у меня буквально на одну ходочку осталось бензина. Так. Тут у нас абсолютно все вылизано. Так что надо идти на другую карту. Можно, в принципе, за видосики бензинчик набрать. Но я считаю, что нам нужны все-таки деньги. И покупать еще кого-нибудь. Ладно, давайте попробуем здесь пройти с тремя звездами. Ты не пройдешь. Ну, это мы еще посмотрим. Бум, нифига, ребят, вы видели, а? На выстрел, просто чувачка снес. Здорово просто. Смотри, еще раз, да? Пипец. И что вы мне тут прикажете делать? Вот тебе и прошел, блин. Без потерь. Нет, конечно, ребят, нереально. Фермер, ну что ты сделаешь? А ровным счетом ничего, да? И они уничтожают мой автобус. Ну-ка, Пипер. Надо же. Да ну нафиг, хорош, этот ублюдок мелкий, блин. Всех с одного выстрела сносит. Вы видели, да, это? Картина Репина, приплыли, называется. Все, мы проиграли. Да. Ну что же, ребята, наверное, тогда на этом я буду завершать этот выпуск. И мы увидимся с вами в следующей серии. Я, кстати, как раз поднакоплю денег, наверное, бонусов. Мы это все с вами возьмем, соберем и что-нибудь новенькое приобретем. А дальше уже будем проходить другой партией. Так что давайте, скоро увидимся. А на этом все. Всем пока и удачи вам.